Шам Шерфлерн с Хайрлоу, Сурметли Серчилер, с Хаберлер информационная программа Мазнесер и Тесна, студия Домен, Левиза Сидбилялова, Чалшамве, Бугунбас, Голи Мальматлара, Кында, Тарифа Темас. Ахмеджит Бахчисарай трассасында йол нахлия хазасы нетичесінде бір инсан эля колды векісі яраланды. Британ нешрияты Кырым Русиялі олғанны таныды. Кезлевді федераль мақсади программа бойынша хұрылайатқан объектлер насыл дережеде бұлына. Бұзы мұхберлеріміз бұаққында тастатлыча тарифаты. Детского садика на 135 мест, к сожалению, может не хватить, поэтому провели процедуру кадастрирования соседнего земельного участка для строительства еще одного детского сада модульного типа. ООН Огунде Русиянын дайми темсилчиси Виталий Чуркин вефат этти. Дипломат 65 яшка кырмезден бир күн эвель фани дуньяны терк этти. Русия президенты Владимир Путин дипломатнын сой ахрабасына ве яхынларына терен тазелер билдирди. Оонда топлашу дипломат хатырасын анмак максады эле Сукунет дахасындан башланды. Кырым елбашчысы Сергей Аксенов, Кырым акимиеты ве шахсин озунын адындан Русиянын тыш ишлер назирлигинин реберлигине, мерхумнын зенаддашларына, сойсупына ве достларына терен ве самими тазелерни билдирди. Сергей Аксенов айтты ки, Бирлешкен Миллетлер Тешкилети Огунде Русиянын дайыми темсилчиси Виталий Чуркин дунья топлулугуна Кырым акта акыкатны еткизе эди. Акыкатны сесини кесмеге, ядан ону янлыш көстермеге, истегенлерге дегерли каршылык көстерди. Виталий Чуркин 1974 сенеден берле дипломатик иште чалыштым. 2006 сенеден Бирлешкен Миллетлер Тешкилети Огунде Русиянын дайыми темсилчиси вазифесин бежиреди. Кырым акимиеты 2018 сенеге же жумхуриятымыздын эрбир кой регионларынын мескен жерлеринде стабильно клие бахны тизмеге планлаштыра. Буакта бүгүн назирлер шура топлашуунда Кырым жумхуриятынын башы Сергей Аксенов билдирди. Эмде Сергей Аксенов Кырым жумхуриятына клие назирине Кырымдын 14 кой регионларына автонаклиет маршрут агы системасына ишлеп чыгармага абалы этти. Бу топлашуларны незарет этмек үчүн айры девлет унитар муэссисе яратылды. Нахлия маршрут ахы схемасы шекерлену бойынша бірінжи лейханы Карасу базар районында амельге кечірілместі планлаштырыла. Непонятно. В 2018 году у нас все районы, именно все населенные пункты сельские, то есть должны быть обеспечены транспортным сообщением. То есть у человека должна быть возможность и любого населенного пункта в районный центр добраться. То есть как бы такого быть, как сегодня, не должно, что пенсионеры там попутки ловят там, и ну, пытаются там, найти там, знакомых, друзей, кто их там подвезет до райцентра. Кырым жумхуриятынын нахлия назири Анатолий Волков билдиргенине көре, марттын 15-ине кадар маршрут агынын талили екенленечек ве маршрутларынын схемалары такдим этилечек. Агыны июнь 15-инде ишлеп башламага планлаштыралар. Мы до 15 марта заканчиваем работу по изучению всей маршрутной сети, по объему перевозок и ставим себе срок до второй половины июня, то есть к основному сезону, эту сеть запустить. Ахмеджите тинту девамында тахминин 10 адам яхаланды. Олар Русия Федерациясында ясах этелген Хизбут Тахрир тешкилятына аляхалары улуунда хабатланалар. Буакта Девлет Миллетлер Ара комитетинин рейси Заур Смирнов хабер этти. Бу ишни Русия Федерациясынын ички ишлер назирлиги Кырым идаресинин экстремизмге каршы меркезинин хадимлери кечирдилер. Эпосы яхаланганлар Заур Смирновнун сөзлерине көре мемури укуу бузууларда хабатланалар. Февраль 21 күнү халкара ана тили күнү кайдат элем. Кырым татар тилинин сакланмасы үзеринде дата силиятлы музакерини кечирмек үчүн Миллет телеканалы Туган тил атлы буюк телемарафонун азырлады. Оз махсус программаны Ватан Седасы радиосу да азырлады. Бир сыра мерасимилер бүгүн Чешут окуу юртларында да болуп кечти. Булардын эпосу акында Лиля Веджат оз левхасында тарифете. Кырым татар халкы үчүн бу күн алелхуссыздыр, чүнкү ана тилибиз дүйнөнүн йок улайаткан тилдер жедвелине кире. Бүгүн сабадан акшамга же халкыбыздын зыялары, яны тилшыныслар, ужалар, мединет арбаплары, язычылар, шайырлар буюк телемарафонун мусафирлери болдулар. Телемарафонубуздун эсас мевзусу туган тилибизди сакламак ве инкишаф этмек. Теклифибиз, истегибиз, келиңиз кырым татар озубуздун ана тилибизди нашыл шевесінде олса да олсын коранталарда. Башлайық бөле. Тартын маны, сақын маны, шты. Біреуі бөле лафеті. Чөл тарап шевесінде, аялу бой шевесінде, ортай олар шевесінде. Лафетіңіз. Алла қысмет етсе, шты сон, девам етер, сон. Доғыр бекім, әдебиет тілін, шты.
Телемарафон кечерилюве аны неге чевырылды 7 саат дивамында жанлы яйында мераклы субетлер, мевзуилев халар чешит окуф юртларындан жанлы эфирлер олды. Телемыс үчүн эмиет ташыган тедбирге Милет телеканалынын муарирлер эпосы месулетлик иле янаштылар. Мен билесем, бу кибы марафонлар пек файдалу олар. Нечин дегенде, бу кибы марафонлар откерилгенде, біз телемызның эмиетіні дазияды аңыла башлаймыз. Чунки эркун эбетте біз ана тілімізде лафетеміз, озара коронталарымыз арасында. Ве буны біз сержилерімізге де ашламаға истейміз. Бізім режиссерларымыз, операторларымыз, бізім муаретіміз, елбашчыларымыз, олар бізге ярдым етіп, іште яваш-яваш біз бірчок махсус левхаларыны азырладық, бізім мүберлер яқшы етіп чалыштылар, ве біз эминміз, бу марафон НСС-ы файдалы олажақ бізім ватандашларымыз үчін. Бүгін ана тілімізде ифадетлі ве айынкілі оқылған шығырлер, язылған икейлер ярышының нетижелері чықарылды. Ярыш Милет телеканалы тарафындан бір ай эвілісі илян етілген еді. Қайт етмелі ки, ярышта ватандашларымыз іштірак етіп, тіл білгілеріне нумайш еттілер. Жүри азалары бұл Милет телеканалының генераль мудирі Сиран Мамбетов, Қырым татар язычылар бірлігінің рейсі Урия Эдемова, Яны Дюнья газетасының муариры Сиран Сулейманов іштіракчылерінің істедатына қиымет кесіп, ярышының ғаліплеріні белгіледілер. Ғаліплер қиыметлі мүкафатларға наил олдылар. Бұл ноутбук, планшет, телефон, радиоприемниклер, антенналар ве әлбетте Милет телеканалдан хатыра мүкафатлар олды. Бұлар эпосы Русия Федерациясы Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің қол тутуы іле әмелге көчірілді. Энди башында біз шиыр әзберледік. Бұл туған шиырымыз ақында бір шиыр еді, Қарасыл базар деген шиырымыз. Сонра есе видео шығардық, ве сізге йоладық. Байрам программасыны МД Ватан Седасы радиосы азырлады. Күн девамында яйында бір сыра викториналар, ярышлар кечірілді. Бұнен берабер мусафырлер ана тілімізнің қиметлі ве еметлігі ақында тариф еттілер. Сегодня мы создали особую программу. Сегодня у нас очень много гостей. Это и преподаватели родного языка, и люди, которые участвуют в развитии нашего родного языка. Қырымның Али оқу фюртларында ана тіліміз мевзусында бір сыра тедбірлер, мевзуи ачық дерслер кечті. Бүгінгі күнде тіліміздің вазетін алсақ, Аллаға бен кере шүкір, Қырымға қайтып келгенімізге, келген вақтымызға көре, бүгінгімізді пек яқшы. Ама біз еп өкке ұнтылып, әрекет етіп өгіремек керекіміз тіліміздің, инкішаф етмек керекіміз. Ве мен берлесем, бүгінгі оған сізлер тешкішіл еткен марафон пек доғы тешкіл етілген, ве ер дайым бөле жаны шекілде марафонлар өткерілмек керек, тіліні вазиетінде да ейлештірмек үчін. Тіліміздің вазифесіні білмеге істесеңіз, әлбетте о бізге, халқымызға, инсанларға бағылы. Біз тіліміздің әлбетте сөйлемек керекміз, өз тілімізде лаф етмек керекміз, ве өз тілімізде ер вақыт түшінмек керекміз, ама бұл бек қиын. Оның үшін әлбетте чоқ чалышмақ керек, оқымақ керек. Қырым Одеслік педагогика университетінде яшылар үшін қырым татар тіліне бағышланған олимпиада ашылды. Олимпиадада 150-ден зияде іштіракчы өз білгі сівесіні сынап олды. Тедбірде әмді студентлер, әмді мектеп тәлебелері іштірак еттілер. Мақсадымыз қырым татар тіліні гençлер арасында, яшылар арасында да яйын ғымлаштырмақ, қырым татар тілі ве әдебиятына мерақ доғыр ве әбет белкіде келеджекте қырым татар тіліні ве әдебиятыны да терен өгренмек мақсадынен бұл олимпиаданы кечіреміз. Бүгінгі күнде қырым татар тіліне айт ән мұйым меселе, бұл қырым татар тілінің вазиеті оның инкишафы бізге бағлы. Зенгін ве девамлы тарихы олған қырым татар тілі милетінің рухи қиметлерінің хазинесі ве халқымызның келеджегі үчін темелдір. Лилия Веджат, Асан Зивадинов, Милет үчін. Бүгін Қырымның әрбір көшесінде халықара ана тілі күні қайда тілі ән-әне бойынша бүгінге бағышланған тедбірлер Исмаил Гаспринский адына милли китапханымызды да өткерілі. Тәфсиятларны біздің мұхбіріміз Гүлнара Каримова біле. 1999 сене февралин 17-сінде ЮНЕСКО тешкіләті үле тешкіл әтілген конференцияда Умумдуния ана тілі күні кечірілуі ақта қарар алынды. Исмаил Гаспринский адына китапханемізде де әрсене шу күнге бағышланған тіл халқының ән бұйық байлағыдыр деп атландырылған программа чәрчевесінде бір сұра тедбірлер өткерілем. Хадимлеріміз мұтлақа бұ күнге азырлап
штаби сергі қойдылар. Бұл сергіні сіз көре білесіңіз менің артымдан. Сергіні ана тілі халжаны деп адландырдық. Бұл сергіде әбет ана тіліміз ақында, ана тіліміздің кішекіленмесі, инкишафы бүгінгі алы ақында тарфеті. Китапханеде саба ана тілінде оқуымыз мевзусына әдеби скайп марафон кешті. Скайп бағына Зуя қасабасының екінші санлы орта мектебі чықты. Олар Ахмеджет мектеплерінің тәлебелеріне ана тілі ақта шиырларын әзберден оқыдылар. Ватан ана, ана милет, милет бұтылды. Тіл білмеген құрылатас, айтыңыз, кемдір? Тіліміз кейінетлік, жинайет, бұна. Бетан пербек олсан егер, ұнықма бұны. Бар, ашық өмер. Суық үш мевсімін шидеті кетшті. Башқа ренге кірді земане достым. Бар демлері. Бұндан ғайры китапханеде қырым татарларының медени ғазинесі адлы сергі экспозиция ве қырым татарларының милли мерасимлері ве урфадетлері мевзусында этник темаша өткерілі. Гүлнара Кримва, Алжир Алимов, Милет үчін. Британия шриаты қырым Русиялы олғанына таныды. Оксфорд университет пресс нешрияты коллектив монографияны дәрчетті. Оның мөелліфлерінден бірі қырым сакені тарихи ілімлер докторы Олег Романько. Профессор Ичтимай Ағыларда ой сэфесінде бойлы язды. Алынма. Тажы пліше, амма бұйық Британия Русияге қаршы ве қырымға қаршы санкцияларының ән юксек севиеді тарафдар олса білі, китап или бандероль қырым жүмкіретке тек бір афта эвел келді. Алынма бітті. Бұндан ғайрым өліфлер ақында малюмат ерлештірілген сайфеді Олег Романько Қырым Федерал университетінің профессоры оларақ белгіліне. Алимның сөзлеріне көре редакторлардан бір кімсе болеш шеге қаршы чықмады. Ахмеджет Бахчисарай трассасында юл нақли қазасы нәтижесінде бір инсан әлі қолды ве әкісі яраланды. Госавтоинспекция қадимлерінің мәліматларына көре ВАЗ арабасының айдавчысы юлның сол тарафына дэнышты ве БМВ-ге кедер әтті. Урулмамақ үшін БМВ арабасының айдавчысы қаршы юлға чықты ве анда юк машинасына урылып юлдан аттырылды. Юк машинасының айдавчысы дәре етуіні баш етіп оламады ве оның тіркемесі авдарылды. Тамам шу вақытта Жигулинің айдавчысы да қаршы келген юк машинасына келіп орылды. Бұндан ғайры Форд арабасы да қазаның іштіракчысы олды. Оның айдавчысы цементовоз арабасына орылмамақ үчін елдан чықып терекке орылды. Ел нақли қазасы нәтижесінде ВАЗ арабасының айдавчысы веда екі адам зарар көрділер. Оларының бірі вефат етті. Ахмеджет Шер мемориетінде аят фалиеті ве хавсызлық суалеры бойынша дайыми комитетінің топлашуы олып кетті. Оның чәрчевесінде Ахмеджетінің егірім еллағында кеч вақыт хачы джемаат нақлиесі қатынайжағы ақында белі олды. Ондан ғайры араба салонларының мақсус системасының доналылмасы екенлейджі деверде бұлынғаны қайдетілді. Да яхында интернетте шер нахлиесінде юруш феті көтерілмесі ақта малюмат пейда олды. Лекен Ахмеджет шер мемориетінде олып кечкен топлашув кеті шатында белі олды кешімділік тарифлер әвелкі кебі халаджақ, ама белкі екі тариф системасы тайын әтілер. На последнем совещании... Сонки топлашуда ташыжалары кі тараф системасыны тайын әтмеге қарар алдылар. Яни күндуз бір тараф геже есе башқа, яни зиядеже тариф олачақ. Чүнкі геже елжаларының сайысы әксіле. Хырым байтақның сәкенлері бұ хабергі чеші түрлі бақалар. Біз бұ суалге айры жа, яни анлаф или янашамыз, қаршы чықмамыз. Біз үшін фарқы йоқ, біз әр шені анлаймыз. Менің бұна аляқам йоқ, чүнкі менің имтиязларым бар. Топлашу в кетишатында МДБ-лі олды ке шер мемориеті егры маршрут бойынша чалышқан нахлие шеркетлері ілі анлашма имзалады. Елжыларыны геже саат 11-ге жеташы жақлар. Анлашманың мұтлақ бежерележек шарты бұ мұндазам сүреті елжыларыны ташыған автобуслар ғлана системасы ілі донатылмақ керек. Бұ глобал навигацион спутник система о оператив шекелде незаретативны темені те ве малюматны диспетчер меркезіне еткізе. МД автобус салонының Ички веташхы видеофиксация системасы алы барыла. Султан Емеджит, Эдем Исмаилов, Миллет үчін. Бүгін Дәвлет Милетлер Ара комитетінің мутихаслары Федерал Мақсади Лейха Черчевесінде Кезлев ве Ахмеджит шерлерінде құрылжылық объектлерінде незарет чықышлар кешірділер. Бізім телевизион тақымымыз да бұ ерде бұлынып, ой сілевқасын азырлады.
Кеслев шаэрнын Исмаилбек Асабасында 2017 сененин сонунда ось хапуларыны 135 ерли бала бақчасы ачыжақ. Куручы шыркетінің векілі Евгений Тыртышниковның айтханына көре, ишлер мүддет бойынша бежерілі. Май сайында енді бинаның диварлары көтерележек. На сегодняшний момент завершены работы по разрытию котлована. Ведется подготовка для залития под бетонной основы и для монтажа опалубки для залития уже бетона, фундамента. Детский садик будет оборудован по последнему слову техники. Дети будут, уверен, довольны. Постараемся сделать детский садик лучшим в Евпатории. Кезлев мемориет башынын муавины Эльмар Мамбетовның сөзлеріне көре, Кезлевде федераль мақсади программы бойынша 4 объект хұрыжылығы планыраштырыла. Бала бақчының хұрыжылығы невбетлеріні эксілтмеге ярдым етежек, амма бүтінлей меселені чезмеджек. 4 объекта – это у нас строительство дорог с твердым покрытием микрорайоне СМЛБ и спутник 1. Также строительство дошкольного учреждения, вот детского сада на 135 мест, строительство школы на 480 мест и строительство 108-квартирного жилого дома для депортированных граждан. Микрорайон Исмаилбей на сегодняшний день 600 детей дошкольного возраста, поэтому детского садика на 135 мест, к сожалению, может не хватить, поэтому провели процедуру кадастрирования соседнего земельного участка для строительства еще одного детского сада модульного типа. Порчухрах Хасабасында есе 260 ерлік бала бақчасы құрылмақта. МД Ахмеджит районының молодежная көнде 260 ерлік бала бақчасының құрыжылығы планлаштырыла. Бұ ерде топрақ ішлері екінленді. Работы ведутся в соответствии с графиками. И по всем объектам, которые мы посмотрели, есть, конечно, по некоторым объектам кое-какие отставания, но в основном они, наверное, связаны с погодными условиями. А в целом поставленная задача вести эти объекты до конца 2017 года, я думаю, будет выполнено под контролем Государственного комитета и с учетом того, что финансирование идет в полном объеме. Милетлер Рамана Себетлер бойынша Девлет комитетының мутихасыслары білдіргеніне көре, 2017 сенінің құрычылық объектлер эксплуатацияға тәслим етілежек. Елдыва мұнда бұл ішлер незарет алтында тұтылажақ. Біз ісе бұл ақта сережелерімізні хабердар етежекміз. Сафия Шукурова, Ибраим Ганеев, Милет үшін. Ватан хорчалажысы куну арфесынды Ахмеджитте межнациональные взаимоотношения формирование российской идентичности атлы тонерек маса олып кечтым. Тедбір иштракчилеры насыл невзуларны музаркере еттілер бізім уберымыз Сабреха Лиляева были. Корушевде шер акиметының милли меденет мухтариетлерінің Қырым мундистик педагогика университетінің векерлері ве Қырым федераль университетінің ожалары иштырак еттілер. Таврида адлы меркези музейнің мудиры Андрей Мальгин айтқанына көре, улы Джан Дженкінде милетлер арамыны себетлер еркезіні бірлештірген жиетлерінден бірі олды, ве фашистлеріні енмеге ярдым етті. Большое количество крымских татар было призвано в армию, и эти люди, они просто погибли в период обороны Севастополя, в первые дни оккупации и в период наступления немецкой армии на Крым. Вот все это нам предстоит изучить и сделать достоянием общественности так, чтобы наше представление о том, что происходило в период войны, было более объемным. Рухият илимлер докторы Анжелика Лучинкина қайт еткеніне көре, бүгінгі күнде қырым яшылары ичтимаи ақларда чоқ группалар ярыталар. Интернет ярдымынен олар ойз дұйғыларнен байлашып олалар. Бұ қонышов милетлер арамын себетлерінің дүлберлігіні ачықлай. По количеству, по посещаемости, допустим, славянских этнических групп, там до 8000 посетителей. Я даже в среднесуточное не буду говорить, потому что это очень мало. На самом деле получается. В то же время по другим этническим группам, по крымско-татарским группам до 60 тысяч посетителей и зарегистрированных пользователей. Плохо это или хорошо? Нет, на мой взгляд, хорошо. Хорошо, что люди регистрируются, люди общаются. Мы говорим, есть какие-то проблемы, пожалуйста, регистрируйтесь и общайтесь. Создавайте эти группы, несите эту свою культуру, несите и в социальную сеть тоже. Корушевде Қырым федераль университетінің милеттер араби конфессия арамына себетлер комитет рейсінің муавины Ислам Тычиев бүгінгі күнде милеттер арамына себетлерін инкишафына тесір еткен ен актуаль аспектлер аққында сөз үрсетті. Я лично выделяю три основных аспекта, на которые, на мой взгляд, нужно обратить самое большое внимание. Это идеологический, религиозный и политический аспект. Именно эти точки, значит, в обществе сегодня являются наиболее перспективными, к сожалению, для вот этих самых
межнациональных конфликтов, и люди, которые преследуют какие-то свои корыстные цели, ими будут пользоваться с большим удовольствием. Мы должны этому воспрепятствовать. Крым федераль университетынын ичтимаи вияшлар сиясаты департаментынын мудиры Евгений Костылев айтканына көре, университетте Крымская студенческая весна адлалиха инкишаф эте. Мы 15 марта на большом гала-концерте в ДКП увидим все многообразие культуры народов Республики Крым. Вот в частности, был отбор, и выступали разные девушки с разными песнями, в том числе были русские, украинские песни, были крымско-татарские. Я никогда не думал, что крымско-татарская песня может быть такой глубокой, такой мелодичной и с таким действительно смыслом. Тедбур тешкилячилары бүлдіргеніне көре, бұй легі бұ көрушевлер Крым топырағында яшаған милеттер арасында олған мұнасибетлеріні қабилештірір. Я думаю, данные мероприятия у нас на уровне города будут ежеквартально. То есть актуальные вопросы, которые будут подниматься и в соцсетях, и в средствах массовой информации, мы готовы обсуждать эти темы, какие-то готовить решения. Во-первых, мы сначала выстроим определенную систему, как мы будем, с кем сначала будем работать и какие мероприятия проводиться. Дальше. В первую очередь это будет молодежь. То есть это студенты, это школьники. Далее. Какие мероприятия будут? Помимо классных часов, это будут, скорее всего, видеофильмы определенной направленности. Это будут игровые занятия. Корушевде иштирак эткенлернин фикирине көре, бойле конференциялар вето керек масалар сык-сык кечирилмек керек. Олар милеттер ара видин, ара мунасибетлер мевзуларыны айдынлата. Сабрия Халилаева, Ким Бекиров, Милет үчүн. Бүгүн Ахмечиттин Бурунжи хастаханесинде «Заразись добрым делом» адлы хайрия акциясы олуп кечти. Унун кетишатында тыбби хадимлерге махсус техника донатмаларыны бакшыш эттилер. Тафсилаттар акында биздин муберимиз Султан Эмеджит. Бутун мемлекетимиз территориясында ве элбетте Кырым ярымыбызда «Заразись добрым делом» адлы эстафета фаал суретте инкишаф этти. Бу акция черчевесинде ШР поликлиниканын тиби хадимлерине инсан боюну ве чекысыны ольчмек үчүн махсус донатмалар багышлады. Данный вопрос очень актуален. Да, оборудование было, но сами понимаете, нет возможности всех и всегда обеспечивать новым современным оборудованием. В данном случае это была большая необходимость, так как у нас наблюдаются не только дети, но и взрослые. Мы ведем людей с момента рождения и практически до самой их смерти. Хатырлатамы, «Заразись добрым делом» адлы эстафета иш адамларынын арасында ии ишлер ябмасына догуртыла. Бу эстафета бир иш адамындан башка иш адамына кече. Бүгүн акциянын иштиракчысы «Новая формация» адлы регион ара жамаат тешкилят реберлигинин азасы Ибраим Ширин олду. Мы охватываем всю географию нашей страны. Стремимся к тому, чтобы добрые дела были заразительны, чтобы это как вирус вошло в головы людей, делать добрые дела для своего народа, для своей страны, для своей родины. Тебе хадимлер, идеей чун, чашикерлер, бульдерделер. Мы очень благодарны за такой подарок. Да, в настоящий момент и обеспечение оборудования, и диагностическая аппаратура, в общем-то, вполне достаточная. Но такое проявление доброй воли человека заслуживает только большого внимания, уважения и достойно, наверное, подражания других. Акция хайделерине бинаен вазиф Фены бежерген адам эстафетаны башка иш адамга бермек керек. Ибраим Ширин эсе бу вазифены бежерді. Получил я эстафету от Севастопольского регионального отделения новой формации. Сделал доброе дело и передаю эстафету Алексею Чередникову и Александру Полковнику. Друзья, удачи вам, успехов и побед. Султания Меджит, Энвер Аблязис, Миллет Чун. Репудахаға бұ олған малыматларымыз әлі қаберлерінің невбеттеки чехышы саат 20:30-да олажақ қатшырманыз бізілі олымыз көршмек үзірем. Сауықтың қалыңыз.